Всем большой привет! Сейчас я нахожусь в магазине FixPress. Это город Ростов-на-Дону, старый автовокзал, третий этаж. И сегодня все мое видео будет посвящено подаркам к 8 марта. И если вы впервые оказались на моем канале, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и тогда вы будете первыми получать уведомления о моих новых выпусках. Если еще не смотрели прошлое мое видео, обязательно проходите, посмотрите. Ссылочку оставлю внизу. Я показывала много новинок в отделе посуда и много полезных товаров для дома. И тем, кто досмотрит это видео до конца, огромное спасибо за лайки и комментарии. Видео будет очень интересным, поэтому наливайте себе вкусный кофе или чай, и я желаю вам приятного просмотра. Начнем мы с вами с самой верхней полочки. Это самые милые кружки, которые я когда-либо видела в FixPress. Вы только посмотрите на эту красоту. По-моему, этот стиль называется шеби-шик. И даже внутри милейшая роза. Объем этой кружки 420 мл, фарфор, и сделали эту кружку в Китае. На выбор в нашем магазине три варианта. Это первый, нежный и милый второй и шикарный третий. Объем этих кружек 420 мл, цена 99 рублей. Кружка подарочная с крышкой и ситечком. Объем 345 мл, фарфор, нержавеющая сталь. Сделали эту кружку в Китае. Выполнена кружка хорошо. Первая с гибискусами. Вот так выглядит крышка. Ситечка. Довольно крупная, сделана аккуратно. Внутри кружка белая. Кружка представлена в трех вариантах на выбор. Это первый. Вот такой милейший второй. И третий. Такие кружки стоят по 199 рублей. Высокая кружка большого объема с силиконовой крышкой. 500 мл, фаянс силикон, сделана она в Китае. В крышке есть отверстие, через которое можно пить. И внутри кружка белая. На выбор два варианта. Первый с хлопком, второй с розовыми цветами. Держать кружку удобно, цена 199 рублей. Следующий товар — это ваза высотой 13 сантиметров. Выполнена она из стекла, полиэстера и стали в Китае. На вазе очень симпатичный декор в виде ленточек и кулончика. В этом магазине три варианта расцветки. Нежный розовый, милый голубой и романтичный сиреневый. Такая красота стоит по 99 рублей. Еще одна интересная новинка — это гирлянда розочки. Вообще вся серия называется «С любовью». Длина гирлянды 2 метра. Нужны батарейки 2 штуки 2А. Световой поток 3 люмена. Срок годности гирлянды не ограничен. Вот так выглядит отсек для батареек. Сами розочки выполнены из легкого материала. И вот так светятся. Светят они не очень сильно, но в реальности выглядят очень симпатично. На гирлянде 10 розочек. Есть один вариант полностью розовый, а второй вариант белый с розовыми. Цена такой гирлянды 199 рублей. Еще появились маленькие подарочные открытки. Поздравляем! 8 марта, размер ее 8 на 11 сантиметров, изготовитель Китай, состав бумага полиэстер. Есть с надписями «Поздравляю», есть «От всего сердца», «Поздравляем». Качество открыток хорошее, стоят они по 10 рублей. А эту новинку я уже показывала в одном из своих прошлых видео. Это фоторамка. Сделана она из пластика. Размер фотографии 10 на 15. С обратной стороны есть подставка, можно подставить на стол. Других креплений нет.
Полный размер фоторамки 22,5 на 17,4 сантиметра. Состав: полипропилен, стекло, картон, бумага, сталь. Сделана эта рамочка в Китае. Все рамочки в нашем магазине одинаковые. Цена такой фоторамки 55 рублей. Набор: подарочный блокнот и ручка. В блокноте 64 листа. Состав: бумага, картон, полипропилен, чернила. Сделано это в Китае. Есть еще набор с фламинго. Розовый вариант с кактусом. И вот такой голубой с милым котенком. Стоят такие наборчики по 149 рублей. Очень хороший подарочный вариант. Следующий великолепный набор — это клатч в подарочной упаковке. Хорошо, что его сделали в открытом варианте. Можно хоть посмотреть рисунок. Состав: полиуретан, картон, полиэстер, сталь, Китай. Размер этого клатча 18,5 на 9,8 сантиметров. В магазине представлены 4 варианта. Называется серия «Цветы». Клатч выполнен из приятного материала. Есть 2 отделения на металлической молнии. Также есть специальное отверстие, чтобы закрепить ручку. Первое отделение рассчитано для карточек. Поместится много. Во втором отделении находится ручка с металлическим карабином. И вот так это выглядит в собранном виде. Внутри есть отделение на молнии для мелочи и 2 больших отделения для купюр. Молнии хорошо работают, качество мне понравилось. Цена такого клатча 199 рублей. Следующая восхитительная новинка — это ежедневник на металлических кольцах. Называется он «Цветы», 160 листов, состав: бумага, картон, сталь. Сделан он в Китае. Есть специальная фиксирующая резиночка. И давайте посмотрим его внутри. Здесь можно вписать персональные данные. Есть календарь на 2020 год, на 2021. Ежегодный планер. А здесь такая милая неожиданность — перевернутые странички. Целый блок. Разделено плотными картонными страницами. Все остальное сделано в правильном направлении. И еще одна приятная неожиданность. В конце есть наклейки. Блокнотик очень толстый. Все остальное выполнено аккуратно. В нашем магазине 3 нежных варианта. Стоят такие ежедневники по 199 рублей. Следующая новинка — это шкатулка «Цветы». Нет, это не шкатулка, это свеча в подсвечнике, ароматическая, цветок, аромат розы. Состав: воск, жесть, ароматическая композиция. Сделана она в Китае. Так это выглядит поближе. Сама баночка матовая, крышка глянцевая. Давайте откроем, посмотрим, какая это красота. Девочки, аромат настоящих роз. Очень приятный, мне понравился. Смотрите, там даже есть лепестки. Только почему-то на поверхности выступили небольшие капельки. Это следующий вариант. И еще один розовый. Пахнут все свечи одинаково. Стоит такая свеча в подсвечнике 77 рублей. Следующая новинка — это шкатулка «Цветы». Выполнена она в форме сердечка. Состав: доломит, полирезин. Сделано в Китае. На крышке выполнены вот такие розочки, букет. И по бокам есть рисунок. Другой вариант в розовом цвете. И еще одна шкатулка с цветами. Выполнена из тех же материалов. Также 2 симпатичных варианта. Посмотрим, как выполнено внутри. Поверхность глянцевая. Все ровно. Цена таких шкатулок 99 рублей. Нашла радужный кошелек для монет. Он вроде бы полупрозрачный. На молнии с металлическим колечком. Состав: ПВХ, сталь, полиуретан, полипропилен, нейлон. Сделан в Китае. Размер 12 на 9 на 3 сантиметра. И действительно, кошелечек немножко просвечивается.
Внутри вложена небольшая губка. И в нашем магазине 4 варианта. Еще есть My Sunshine. И вот такой с кошечкой и с кактусом. Все варианты очень милые. В жизни, конечно, выглядят более эффектно, переливаются всеми цветами. Такие кошелечки стоят по 99 рублей. Ручка подарочная, кристалл. Чернила синие, состав сталь, акрил, чернила, Китай. В нашем магазине 3 варианта в горошек. Есть золотая, белая, розовая, фиолетовая и темно-бордовая. Ручки также находятся в красивой подарочной упаковке и станут замечательным подарком. Вот так выглядит ручка поближе, и она даже с мелкими блестками. Кристалл очень красивый. Ручка выкручивается. Держать в руке очень приятно. Выполнено очень хорошо. Исполнение ручки мне очень понравилось. Стоит они по 99 рублей. Такие зеркала, по-моему, продавались в прошлом году. Тоже в подарочной упаковке. Называется зеркало перламутр. Состав нержавеющая сталь, стекло, полиуретан, смола и ПВХ. Сделано в Китае. Здесь у нас 5 разных вариантов в разных упаковках. Коробочки также разных цветов. Зеркальце тяжеленькое. И гладкий глянцевый перламутр. Как выглядит с обратной стороны? Открывается нажатием. И внутри 2 зеркала. Одно обычное, второе увеличивающее. Такие зеркала перламутр стоят по 99 рублей. Следующий подарочный набор. Ручка, зеркальце, брелок. Сталь, стекло, полистирол, алюминий, чернила, акрил, бумага, Китай. Находится все вот в такой подставочке. Брелочек легкий, пластиковый. Автоматическая ручка. И вот такое простое зеркальце. Здесь представлены 3 варианта. Еще вот такой розовый и оранжевый. Цена такого набора 99 рублей. В прошлом видео я уже показывала вот эти нагреватели для кружки. Они вставляются в компьютер, имеют разъем USB. И, как всегда, мнения разделились. Одни сказали, что они нагревают напиток в кружке и поддерживают температуру, а другие сказали, что они вообще не работают. Вот такие нагреватели 149 рублей. А то, что у меня находится сейчас в руках, называется мыльный цветочек в подарочной упаковке. На вот такой длинной ленточке. Цветочки находятся в шариках. Цветочки в виде гвоздики. И еще здесь есть сизаль. Вот этот мрачный вариант мне вообще не понравился. В общем, есть разные варианты. Стоят они по 50 рублей. Еще появились наборы декоративных наклеек в виде цветов. Размер 26 на 10,5 сантиметров. Выполнены они из акрила и АБС пластика в Китае. Тут несколько разных вариантов. Цена 50 рублей. Есть еще вот такая наклейка декоративная 14 на 21 сантиметр. Высокие маки. А есть сплошные бабочки. А есть еще розы. Цена таких наклеек 50 рублей. Новинки все не заканчиваются. Еще вот такая декоративная нить. Длина ее 2 метра. На ней находятся бусинки и цветочки. Состав полистирол, нейлон, полиэстер. И в нашем магазине 4 разных варианта. Розовый, бежевый, сиреневый и белый. Такая декоративная нить стоит 55 рублей. Такие декоративные прищепочки на веревочке. Тоже показывала в прошлом видео. Джутовая веревка и 10 прищепок. Но вот такого варианта в прошлом видео не было. Стоят такие наборчики по 55 рублей. Также на металлургической были вот такие игрушки с присосками. А еще есть мягкая игрушка единорожек в 3 вариантах. Стоят такие игрушки по 99 рублей. Вот так они выглядят поближе.
Еще одна необычная новинка. Собери букет сам. Здесь в комплекте есть пенопластовый конус, цветы, листья, пушистые палочки. В общем, все, что необходимо для создания вот такого букета. Внутри есть инструкция, состав полиэстер, полипропилен, синтетическое волокно, сталь, пенополиуретан. Стоит такой набор 149 рублей. С вами подошли к товару, который я так долго хотела потрогать и показать вам. Это блокнот с конвертиком для документов, 60 листов. Тут сложный состав, сделан он в Китае. Предлагаю вам посмотреть его поближе. Вот такая мягкая аквариумная упаковка. Внутри что-то плавает. И, конечно, это дистиллированная вода. Много звездочек внутри, все переливается. На это, естественно, приятно нажимать и любоваться этой красотой. Обложка также вся переливается звездочками. Милый единорожек, который во что-то не верит. Внутри блокнот выполнен максимально мило. Посмотрите на эти странички. Сплошное восхищение. Он сделан на кольцах. Внутри просто вообще шедевр. В конце простые странички с линиями. Красота бесконечная. Есть еще вариант с фламинго. Здесь блестки вот такие голографические. И внутри исполнение то же самое с единорожком. Третий вариант с голубым фоном. Здесь также голографические блестки. Исполнение внутри такое же. Такой блестящий блокнот стоит 99 рублей. Следующие — это три вида планеров. В комплекте идет планшет, 80 отрывных листов и ручка. Планшет сделан из плотного картона. И все перевязано красивой ленточкой. Еще есть вот такой голубой вариант с ламой. И третий вариант в индийском стиле, все с перьями. Такой подарочный набор стоит 149 рублей. Вот такие блестящие подарочные пакеты. С обратной стороны без блесток. Четыре варианта на выбор стоят по 50 рублей. Топеры, которые я показывала в прошлых двух видео, оказывается, тоже входят в коллекцию с 8 марта. Стоят они по 18.30. У меня самые добрые, самые милые подписчики. Всем спасибо, кто ко мне подходит и благодарит меня за мои видео. Мы с вами продолжаем. Появились вот такие большие шкатулки для украшений. Размер 17-12 на 5,5 сантиметров. Внутри есть зеркало. Сделано из картона, полиэстера, стекла, пенополиуретана и АБС пластика. В нашем магазине два варианта. Давайте откроем, посмотрим, как они выглядят внутри. Есть специальный ограничитель. Здесь можно расположить кольца, серьги, а сюда сложить другие заколочки. Все выполнено достаточно аккуратно. В нашем магазине два варианта. Цена таких шкатулок 199 рублей. Маленькие подарочные коробки с розами. Размер 8 на 8, на 8,5 и на 5 сантиметров. Стоит она 50 рублей. Еще подарочные коробочки 16-10 на 4 сантиметра. Три варианта расцветки. Цена 77 рублей. Подарочные коробки 15 на 15 сантиметров, тоже 77 рублей. Разные варианты расцветок. Еще очень симпатичные подарочные упаковки, которые были в прошлом году. Крышечка на магните. 18 на 18 на 10 сантиметров, стоят они по 99 рублей. Также несколько симпатичных вариантов. Еще одна крутая новинка — это блокнот на замочке с ручкой. В блокноте 50 листов, замочек с двумя ключами. В нашем магазине три милых варианта. И стоят эти блокноты по 99 рублей. Мое видео подходит к концу. Если оно понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Я все читаю. Всем желаю отличного настроения, прекрасных покупок в магазине FixPrice. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.